7 часов утра, воскресенье. Народ вон самоходом ломанулся. Кто-то уже сидит вообще под берегом. И вон поехали разные агрегаты, народ развозить. А народ вот там кучкуется на склоне. Народ там кучкуется. Вот в этом доме мы тут обитали. Вообще отличное место. Хорошие комнаты, в принципе. Да вижу, я говорю, блин, вон, сразу сели. Но это разведчики. 100 баллов он пробурил, подрыгал, дальше пошел. Идут с перекурами. Но тут глубина разве есть? Вообще, если бы не эти машины, наверное, хрен добрался бы до места. Спроси, на сколько километров поедем? Или как отвезут? Подальше надо. Вообще народ что-то налавливает сейчас? Просто мы первый раз в этом году. Мечками говорит. Опыта нету. Нету? А кто есть? Взял с собой или что? Ну конечно. Блин, я свой оставил. Забыл. Плотва хорошая, это хорошо. Да, на Опеле ты сюда не заехал. Слава богу, что не поехал. Да, нифига себе. Пиздец. Просторное место. Ни конца, ни края. Назад пилят. Это видео. High definition. 720. Вот на такой каракатице приехали. Вообще люди перебацали Опель. Это вообще что-то. Адская машина. Ой, и почесал. Вон народ тут кучкуется. Короче, находимся на 4 километрах от берега. Варианта 2. Или ловить рыбу, или пошли в Россию за контрабасом. Бухать — это третий вариант. Этого не избежать. Пока все. Пойдем искать место рыбное. Ну сколько мы уже сидим? Часик? Больше? Больше. Пока только вот такая вот мелочуга. Но клюет постоянно. Вот и есть. Первый день ловли потихоньку заканчивается. Ну сегодня вообще слабенько. Непонятно. С утра приехали вроде вот
стало брать, и на выходе, что на выходе у нас? Шиш с маслом. Ну, примерно вот так, да, не будем выражаться, хотя слова все время так и просятся, какими-то перерывами, и крупной мало. Окуня вообще нету, один мерный идет, примерно сантиметров, вот такой 10, длинный такой. Я там для котика малеха взял, потом выпускали, не беру больше. Хочу задать пару вопросов профессионалу. Ну, как, вы довольны сегодняшней рыбалкой? Не очень. Не очень? Не очень. Но все равно что-то вон присутствует. Плотва такая, в принципе, симпатичная. Ерши он есть. Ну что, день удался? Ну, день по-любому удался. Ну, супер. Будем завтра еще пробовать. Но улов не для перепуска. Это понятно. Народ, смотрю, тоже вон палатки сматывает по полной. Решается. Ну что, ладно, на сегодня съемок более не будет. Вообще думал, какое-то солнышко может будет веселей. Но не холодно. Ловим все без перчаток. То есть температура где-то, даже можно сказать, плюсовая. Так и есть. Ага. Понятно. Ладненько. Такая, ветер задул. Тихонько что-то ловится. Ну, слабенько, слабенько. Так вот, он клюет. Вот. А? Сейчас вытаскивать. О, блин. Зашла. Так сегодня.